Привел меня папа на хоккей, он сказал, хочешь заниматься хоккеем? Я сказал, хочу. Но я еще не знал, что такое хоккей в 7 лет. И вот по сегодняшний день я занимаюсь хоккеем. Получается, в UHL я попал, ну, это юношеская хоккейная лига до 18 лет, в 16 лет получается. Вот тот год я в UHL был. Ну и вот в этом году меня взяли в Темиртау. В Темиртау буду сейчас играть. Я думаю, от UHL, от казахстанской лиги отличается то, что мышлением физически и быстротой. Как бы тяжело намного, чем в UHL. В UHL помоложе меня есть 99-го пацаны. А вот тут-то уже все мужики, с ними тяжелее. Они физически тебя намного сильнее. В свободное время чем занимаешься? Хобби есть какое-нибудь? В свободное время я занимаюсь... Ну, полдня на тренировке нахожусь. А на учебу я не успеваю ходить, как бы, получается. А так я дома сижу, фильмы смотрю. Ну, нечего делать. Снег кидаю дома. Когда выпадет много, снега много кидаю. Вот на учебу не успеваешь, и как с этим бы решаешь проблему? Ну, я делаю свободное посещение. Задания на дом беру и делаю. Мечта у меня как бы такого нет, ну, охота попасть в КХЛ куда-нибудь, туда, где сильная лига. Но за команды я особо не болею ни за кого. И хоккеиста любимого нет, что-то вот так как-то. А девушка есть у тебя? Нет у меня. Планируешь в ближайшее будущее? Да, планирую. Ну как ждешь, что она сама тебя найдет или ты присматриваешься уже? Сама меня найдет. Болельщики ХК Темиртау, спасибо, что болеете за нас. Спасибо, если за меня болеете. Большое вам спасибо.